Престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из древнейших. Считается, что он пришел к нам из Византии еще в 910 году. В этот светлый день двери церкви открыты для прихожан, которые приходят на таинство причащений. В храме Рождества Христова, расположенном в селе Беседы Ленинского района, праздник Покрова Пресвятой Богородицы особо почитается. Здесь ему посвящен один из пределов. Этот праздник очень важен для верующих, потому что Божья Матерь, она простирает свой покров над нами всеми, над нашей страной, над нашим храмом, над каждым из верующих людей, которые молятся ей. И этот покров защищает от различных вражеских нападений на человека и помогает православному христианину в его жизни. По традиции настоятель храма отец Сергий отслужил божественную литургию, после чего прихожане отправились на праздничный концерт с участием воспитанников воскресной школы. Ребята из детско-юношеского хора исполнили церковные песнопения, которые полны чувств радости и благодати. Также все присутствующие услышали стихотворения, из которых можно было узнать о чуде явления Пресвятой Богородицы, чей благодатный покров защищает от зла и напасти. По словам юных исполнителей, для них это было волнительное выступление. Светлый праздник. Нам очень хотелось создать праздничную атмосферу, порадовать зрителей. Я думаю, у нас это получилось. Один из зрителей – Алексей Семин, который пришел в храм со всей семьей. С удовольствием у нас и дочки участвуют здесь. И всегда очень приятно, как по-семейному получается. Концерт очень интересный, ребятки стараются. Подумать о чем-то хорошем, чтобы привести свои мысли в порядок. Рассказать дочке старшей, что такое праздник этот. В этот день в светлом и радостном настроении пребывали все прихожане. Божья благодать. Это самое дорогое, самое ценное, что может быть человек. Пришла сюда с радостью в душе, с причастием, поушла тоже с радостью. А по окончанию концерта все вышли на площадку перед храмом и выпустили в небо символичные шары. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.